Лас-Вегас известен своим широким выбором роскошных и уникальных отелей, каждый из которых предлагает свою тематику, развлечения и удобства. Меня зовут Светлана Петер, предлагаю окунуться в атмосферу отелей Лас-Вегаса, заодно прогуляться по этому городу, который называется городом грехов. По этому поводу свое видение. По мне, так это сказка для взрослых. Здесь молодожены могут обручиться за очень короткий срок, где будет участвовать актер Элвис Пресли. Ну и, к примеру, наша церемония длилась всего в течение 1 часа. Здесь замечательный отдых для пенсионеров и свой мир для путешественников. Давайте узнаем об этом мире или стране внутри каждого отеля Лас-Вегаса. Внутри отеля Белладжио вы попадаете в аллегорию «Мир, где правит элегантность и красота». Пейзажи напоминают классические европейские сады с ухоженными живыми изгородями, богато украшенными статуями и безмятежными озерами. В роскошных дворцах города проходят грандиозные балы-маскарады и художественные гала-концерты. Жители одеваются в изысканные костюмы и посещают изысканные вечера, прославляя искусство, музыку и изысканный образ жизни. Внутренний мир отеля Венециана перенесет вас в венецианский рай с запутанными каналами, живописными площадями и очаровательными поездками на гондолах. Ремесленники здесь создают венецианские маски и изделия из стекла в шумных мастерских, а жители участвуют в элегантных балах, маскарадах и романтических серенадах на берегу канала. Богато украшенная архитектура города и искусство эпохи Возрождения прославляют богатую историю Венеции. Thank you.
Прискейпс – это очаровательный мир в Париже Лас-Вегаса, где мощеные улочки вьются через причудливые кафе, бистро и художественные студии. Жители наслаждаются неторопливыми прогулками по берегам реки, вдохновленные сеной, исследуют скрытые дворики, украшенные бугенвиллями, и посещают художественные салоны под открытым небом. Творческий дух города и романтическая атмосфера делают его пристанищем для художников и мечтателей. В каждом отеле богатый выбор ресторанов, кафе, буфетов. Последние, то есть буфеты, это одно из любимых мест всех желающих отпробовать множество различных блюд по фиксированной цене и именно в данный момент. К примеру, вы платите в среднем долларов 20 и кушаете все, что душе угодно. Это рай вкусной еды, ведь здесь работают лучшие повара. Это не салон красоты. Это туалет. Один из туалетов отеля Bellagio. В этом творческом сценарии каждый отель Лас-Вегаса становится полностью реализованным миром со своими отличительными характеристиками, достопримечательностями и атмосферой.
Посетители могут исследовать эти разнообразные миры в городе, предлагая бесконечные возможности для приключений, отдыха и открытий. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем желаю добра, мира, успехов и до новых встреч!